Всем привет! Мы сегодня в обзоре чайники с теплообменным элементом от фирмы FarmApple объемом 800 мл и 1,5 литра. Давайте же откроем! Чайники FarmApple оснащены теплообменным элементом, который увеличивает эффективную площадь нагрева и предотвращает утечку тепла. В свою очередь, это сокращает время закипания до 40% и помогает снизить расход топлива до 30%. Эти чайники выполнены из анодированного алюминия и имеет силиконовую ручку, а также пластиковые вставочки на крышечках с дырочками, чтобы можно было сливать жидкость. Внутри этих чайников имеются сетчатые заварнички. Каждый чайник идет в комплекте с вот таким вот чехольчиком, как большой, так и маленький. Настало время показать вам теплообменный элемент. Вид снизу. Вид по бокам. Также есть удобный носик для наливания. В маленьком чайнике все аналогично большому. Теплообменный элемент. Вот вид снизу. А также удобный носик для наливания жидкости. Покупайте чайники, которые экономят ваше топливо, на сайте mandrivnik.com.ua.